первая кулиса, затем вторая, а дальше Аркадий Аверченко, севастопольский писатель прошлого столетия. Сегодня его юмористические рассказы звучат в стенах Крымского федерального. Театральная студия «Твердый знак» воплотила на сцене университета лучшие произведения автора и представила их искушенному зрителю под многообещающим названием «Про хороших в сущности людей». Все мы любим врать иногда, привирать, украшивать. Вот, собственно, об этом, наверное, будет. О тех историях, которые люди рассказывают друг другу при каких-то встречах, собраниях. Вот о жизни, в общем, одним словом. Выступления участников театральной студии «Твердый знак» в преддверии праздников стали доброй традицией. Навыки, приобретенные в течение тренингов, проводимых руководителем студии, участники блестяще применили на практике. Живущая в общежитии, которая влюбилась, рассказывает о своей роли актриса спектакля Аурика Поджарова. История банальная да нельзя, но именно поэтому она узнаваема для зрителя, а значит, вызовет искренний отклик. Срастание с ролью было очень трудным, по крайней мере для меня, потому что несколько разных ролей на одной постановке тоже дает определенные трудности. Но, опять же, как я говорила, мы их преодолеваем, стараемся с ними бороться, потому что мы актеры. Театр – древнейший вид искусства, в котором зритель становится свидетелем рождения чуда. Режиссер спектакля с помощью актеров выходит на откровенный диалог, который и приводит человека к катарсису. Вопросы цвета и вкуса остаются на личное рассмотрение каждому, но с уверенностью можно сказать одно – сегодня диалог состоялся. Илья Притко, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.